Всем привет! С вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки. И сегодня будем играть во флешку под названием «Зомби и Джульетта». Да, как Ромео и Джульетта, но «Зомби и Джульетта». Потому что здесь сюжет якобы нашего Ромео превратили в зомби, теперь мы его спасаем вроде как и тому подобное. Сюжет я не смотрю толком, поэтому скипаем и выбираем себе оружие. Выберу, наверное, став. Я брал уже Great Sword, мне что-то не очень понравился. Будем на этот раз со стафом, надеюсь, сегодня не будет хуже. В общем-то, здесь у нас начальная локация, играем из Джульетту. Здесь можно писать ачивки, книжки, купить оружие, заклинания и тому подобного. Но самое главное, конечно, сейчас нам пойти в бой, потому что у нас пока что ничего нету и тому подобное. Вот, в общем-то, обучение, что я могу здесь делать и так далее. Как и выедить врагов, нужно будет их перепрыгивать. Но со стафом, может быть, у меня есть дальняя атака. О, отлично, у меня есть дальняя атака, потому что... С мечом мне не очень понравилось драться, он не очень удобный. Так, надо в дверь долбить, и тогда начнут появляться враги. Вот так вот, на, по двери, пошел вон. У меня есть магия истребления тараканов. Замечательная магия, точнее, это, конечно, скорпионы, но для меня они как тараканы в данный момент. Прям не успел появиться, тут же на, в баню. Ему в бошку, в баню. Что у него там еще есть? Да, став гораздо слабее, чем... меч, но в то же время я наиболее круто дерусь, чем я дрался до этого при помощи, как оно там, Great Sword, большого меча, конечно же. Кстати, вот эти вот штучки, которые я подбираю, это у нас денежки, да, за них можно будет купить какую-то штуку полезную и тому подобное. Так, ну-ка попробуем заклинание. Ой, оно такое слабое, до этого, конечно же, играл и на Great Sword было помощнее. Способность вроде с первого удара разваливала врагов наших. Блин, фак! Не успел подобрать монетки. Ну ладно, победили, первый бой прошел весьма успешно, не успел апнуть левел. 5 экспы не хватило, как обычно, блин. Эх, get free soul, да, можно типа здесь получить за всяческие вещички побольше душ. Но нам надо будет купить новый посох. Стоит он 4200. У нас у этого 100 урона, у этого будет 250. Круто! Еще и перезарядка со временем падает. Вот такой бы лучше нам. Предметик Вуконг Став. 1400 урона. Вы только представьте, какие будут дерзкие враги в будущем, если у нас уже... Уже вот, вот как оно все. Так, Тера, Игнис и Аква. Вау, я даже не знал, что можно способности выбирать. А, не, я понял. Тера это у нас, если мы за воина играем. Аква это у нас за мага. А Игнис это у нас... За даггер, если у нас будет даггер, будет такая вот тема. Кстати, если флешка вам понравится, ставьте лайки, поиграю еще. Довольно большая флешка, здесь нам многое предстоит, видимо, узнать еще. Я не знаю, что будет, кстати, если эти ворота пробить, но... Когда мы их атакуем, тогда начинает появляться все больше врагов. Видимо, это очень важно. Возможно, там находится какой-нибудь босс или что-нибудь в этом роде. Full health! А, вот что это такое, зеленые эти камушки, грибочки или что это там такое было. Так... пошел вон, блин, как трудно от них уворачиваться, конечно, это да, прыжками для меня прям непривычно уворачиваться, как-то себя неправильно чувствую, а, ладно, там перекаты, это нормально, вот когда прыжками уворачиваешься, воу, Fire Companion, круто, крутая штука, надеюсь, долго будет держаться, классно, можно вот так вот врагов уничтожать потихоньку. Блин, но она недолго держится, к сожалению. Фак, это обидно довольно. Я бы хотел, чтобы побольше. Вау, тихо. Почему это скорпион пердит из хвоста? Это какой-то неправильный скорпион. Не в том месте его сделали, видимо. Ошиблись во время создания. Вау, какой-то новый появился зомбик. Фак, не трогай меня. Не трогай меня. Не лапай меня. Я... Вау, нифига он дамажит. Слушайте, жесть. Вот это да, вот это я не ожидал, что он прямо так будет фигачить. Прыгай, прыгай, о, Fire Companion, найс, я пока держусь. Пока живу, но не смей меня трогать. Чертила ты. Так, хоп, 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 вроде увернулся. Пиу, пиу. Больше денег мне надо, больше, больше, больше денег. Кстати, способность перезарядилась. Всех прокосили. Блин, как это черта убивать? У него он такой жесткий, что прям вообще... Ой, летучая мышь, ненавижу летучих мышей, фак! О, они вроде бы просто вперед летят, а потом забивают. Вау-вау-вау-вау! А, нет, они обратно возвращаются, черт, мне нужна способность какая-нибудь. Очень-очень срочно нужна. Прям вот немедленно, фак! Черт, у них хп там оставалось всего чуть-чуть, но я получил свой левел, даже может быть два. Даже два левела за один заход, замечательно. Так, you have skilled up and earned skill points, отлично. Теперь я могу стать, видимо, посильнее.
Так, два unspent skill point. Это, наверное, сюда надо зайти или нет? Куда их надо потратить? Я еще не тратил ни разу skill point, поэтому не знаю. Бестиарии там о врагах можем узнать, но я еще не всех победил, поэтому не очень-то смогу я об этом узнать. Так. Мне интересует, что у нас здесь много есть гнезд, которые я еще не пробовал ставить, что это будет давать. Я, возможно, могу во время боя прям переключать оружие. Или же я всякие вот эти приколюхи могу одевать. Тоже мне это очень интересно. Так. А, вот куда скиллпоинты уходят, понятно. Так. Да-да-да, Лерн. Я пока что хочу оставаться магом, поэтому прокачиваем магию. Ну что у него с ногами? Он как будто бы у него снизу бочка какая-то, а сверху он нормальный. Странно, это как-то странно. Ну, демоны не все такие. Так. Ну чё, дальше атакуем дверь на полбу. Как будто бы палкой просто полбу треснул на самом-то деле. Ну, с этими-то легко. Соточку им вносишь, они сразу умирают. С мелкими букашками легко справляешься. Хотя вот играя за воина, они реально проблемные. Я за воина прям реально так это... Когда с ними дрался, такой, блин, как же я их ненавижу. Так, жалко, скиллпоинты не дают мне атаку само по себе. Вот атака просто так мне бы не помешала. Ау, еще в прыжке ведь можно стрелять, по идее, но у меня плохо получается. Я все равно нарываюсь на урон, поэтому предпочитаю стрельнуть, отбежать и тому подобное. Кайтить, в общем, врагов. Так, интересно, новое заклинание реально мощное или не очень? Прокачанное на 3. Я надеюсь, что оно реально крутое, потому что все-таки левел должен себя как-то оправдывать. Когда всего у способности 5 левелов, то, наверное, она должна быть не слабой. Как минимум. Так, на. Буду ждать помощнее врагов и заюзываю скилл. Все, Tidal Wave. О, нормально вроде дамажит. По крайней мере, не чувствуется, что она настолько бесполезная, как в прошлый раз. Блин, эти 5 летучие мыши, и снова приперся этот... Черт, побери! А-а-а! Как я ненавижу этих чертовых летучих мышей! Блин, как они все портят, реально. Так, и опять до левела не хватило. Что это такое? Это как у меня... В ММОшках вечно 100% экспы наберу, и не хватает какой-то там 100-01%, чтобы апнуться. Эх. Так, 2500 у нас есть, может, что-нибудь я могу купить. Посох мне не хватает, кольцо могу купить, но кольцо 350 хп, это как-то круто, конечно, но мне бы этого не очень хотелось. А я хочу все-таки новый посох, который бы, наверное, позволил мне ваншотить большинство врагов, поэтому продолжаем просто сражаться с ворожинами. Так, на, сразу полбу ему, этому я уже привык. Это я уже вроде могу. Кстати, я 107 урона почему-то сношу, стал побольше сносить, странно, 102. А, видимо, там какой-то разброс есть по урону. Так, это регенерейшн. Ух ты, круто, я регенерейшн подобрал, плюс 16 в секунду дает. Ну, там лежит аптечка, я бы не хотел аптечку потерять. Так, я вроде бы понял, как надо драться с ними, но все равно как-то это еще так чувствуется. Типа, если драться с ним один на один, то надо вот так вот перепрыгивать каждую секунду. И тогда вроде бы норм, но все равно как-то у меня не так это получается, как бы хотелось. Ау. Все равно это трудно. Я бы лучше, конечно, просто отстреливался и все. С мечом-то ладно, с мечом понятно, что прыгать проще, а вот с посохом как-то такое, потому что можно вверх пульнуть и... Хотя, блин, знаете, если бы мне через всю карту позволяло стрелять это, то я бы, знаете, что сделал. О, я жду, когда, кстати, этот появится. Опять чувак жесткий. Вот и он. Вот и он. Ну, сейчас летучие мыши начнут появляться, всякая гадость тому подобное. На, просто ваншотом меня убрал этот парень. Но зато я снова получил скильчик, снова левел получил. Да. Окей, все, пойду снова апаться. Блин, почти 4-й левел. И скоро будет новая способность. 1000 урона уже сносит. Дверь, наверное, просто можно будет потом одним скиллом вынести мне в будущем. И почти хватает нам на новый посох. Что очень круто. Я хочу скорее новый посох. Чтобы прям показать всем, какой я жесткий. Наверное, я все-таки зомбика буду с ваншотом убивать. Либо точно с двух выстрелов. Это уже будет очень круто. Блин, да какого черта ты? На меня бочку катишь. Так, ну вроде моя техника работает. Прыжков все-таки не так уж-то и все плохо. Просто надо вовремя отскакивать, и тогда самая норм. Да, вроде бы неплохо. Хочу побольше по двери подамажить на этот раз, чтобы все-таки ее вынести. Но что-то не получается у меня пока так делать. Всякая мелочь пузатая мешается мне в моих невероятных целях.
О, регенерация лежит. Вот регенерацию я бы взял. Регенерация — это всегда круто. В данной игре прям очень. Я могу прям стоять и вот так вот с врагами прям раш устраивать. Так, все, пошли вон. Блин, заклинания чуть-чуть не хватает, фак. Пол хп ему снес. Найс. И 1000 поинтов есть. Это уже очень круто. Так, ну меня тут вынесут, конечно. Я не знаю, я вряд ли смогу так сильно драться с ними. Плюс летучие мыши, как обычно. Но я вроде бы справился. И пойдемте купим себе новый посох. Так, став. Оп, эквип. Ей, теперь я стал мощнее, наверное. Так, и способность снова покупаем. 1400 стоит. Точнее, 1400 досит, и пойдем затестим новый посох. Надеюсь, что он реально классный. Так. Ну, стреляет, по крайней мере, более пафосными снарядами, чем прошлая пушка. О, 257. Ну, я в дверь вообще выношу прям, как, смотрите, это просто изи. Easiest дверь of my life. Так вообще недолго ее выносить. Можно даже за зомбарями вот так драться. Типа, постоишь, постарашишь. Блин, чертова летучая мышь. Я прям расслабился. Тут мне сразу же устроили жизнь сладкую, так сказать. Так, пау, пау, пау. На. По идее, может дверь не дамажить. И вроде бы, я как понял, что враги сильные-то не появятся. Я могу на всякие слабенькие драться, фармиться и так далее. Но это, блин, скучно. Я хочу новых врагов сразу себе. Сразу себе усложнить жизнь и... подраться с крутыми ребятами. Или что там за дверью? Может быть, новая локация или что там? Или больше денег, или сокровища какие-нибудь? Это прям меня мотивирует. Прям файтиться с ними. Блин. Ай, засранка мелкая летит опять сюда. А, я понял, кстати, как от нее уворачиваться. Tidal Wave! Бам! Я выбил дверь! Так, что тут? Что тут? Что тут? Что тут отстанет меня? Здесь какой-то новый паукан и новая дверь. Блин! Я думал, что это поэпичнее будет, а это просто переход в новую локу. Отвали от меня, блин, мелкая эта хрень! Тот момент, когда летучая мышь просто нереально опасная. Так. Круто, но я выбил двери, это уже прогресс, это мне нравится. Так, что, надо по двери стучать снова? Эй, враги! О! И регенерация. Я, конечно, пока тут оставлю, пусть валяется. Наверное, они ваншотнут меня, если попадут. У меня такое чувство, что так и будет. Потому что локация уже посерьезнее, конечно. Так, на... Ух ты, это что такое? Ты стрелять умеешь, наверное, или что? У нее дырочки сверху стоят, как будто она что-то может сделать неприятное для меня, против меня и так далее. Так, скорее всего, через нее перепрыгивать нельзя. Я вот так подумал. Иначе зачем эти дырки? Так, что-то там, ачивку какую-то. А, нет, смотрите, они ваншотуют, они не такие уж сильные. Но экспы я здесь и денег получаю просто немерено. И фармиться на них довольно просто. Я даже вообще фигней страдаю, можно сказать, против них. Так, Undead Vital Dying. Я победил 30 нежити, ни разу не умерев. Наверное, это круто. По крайней мере, ачивку я заслужил. Видимо, это важно. Так, блин, не дотянулся до летучей мыши. Фак! Летучая мышь — это самое гадкое, что только можно себе представить в этой игре. Просто нереально гадкое. Так, ну я тем временем за один заход уже заработал 3500 душ. Поэтому я, наверное, даже очень богатый человек в этом мире. Очень богатая Джульетта. Так, опять-то черепаха. Так, стоп, надо не забывать перепрыгивать этих ребят, они не ваншотуются. Ох, хилка! Ааа, все, вынес всех! Ей! Сейчас появится какой-нибудь враг ультимативный против меня. И он, конечно же, мне покажет, как надо играть в эту игру. Вот этот бегемотик, например. Или что это такое? Каменный гемотик какой-то. Блин, он реально жесткий. О, розовая штука. Energy Boost! Еще раз скилл! Блин, ну ладно, 5000 за один заход я сделал, это очень круто, ребята, прям, я столько левелов еще поднял, тупо, офигеть, сколько я поднял экспы, это нереально крутой заход был, 5 скиллпоинтов просто за один заход, и 3 ачивки,
Вау, я прям в шоке. Так, у нас, видимо, пассивный реген будет или что-то в этом роде. Я его прокачиваю до максимума. Так, все, ага. Так, можно даже что-то купить еще. Я куплю... Сколько стоит следующий посох? 20 тысяч? Ну, тогда купим кольцо. Эквип, вот сюда. Браслет брать не надо. И можно посмотреть, что ачивки дают нам. Так. Ого, за ачивки дают-то, смотрите, чё. Вау, ачивки-то тут вообще не бесполезные. Вот это да, 18к. Вот это люто. Блин, я только что сейчас пожалел, что я купил кольцо. Можно мне его продать? А-а-а, чёрт. Я бы мог купить сейчас крутой посох. Уж жопа. Ну ладно, на этом я буду заканчивать. Если вам понравилась данная флешка, данный ролик, поэтому ставьте лайки, если вам понравился ролик или вам, возможно, захочется продолжение. Чем больше лайков, тем больше шанс того, что по ролику будет еще одна серия, поэтому да. На этом все, всем пока, всем удачи, всем хорошего настроения. Не болейте, конечно же, не скучайте. Да, если здесь впервые, не забудьте также подписаться на канал, я всегда рад новым подписчикам. Пока!